Все домашненькое. Видите, какой пивной цех тут. Рикки-тикки-тави. Аромат на весь подъезд. Обалденно. Ну, как положено, по-украински. Ведро. Кто-то тоже запрятался в коробке. Не успела елку открыть. Чуть достала. Она уже тут как-то мочит жопу свою. Ну, не влазишь же ты там. Будем елочку собирать. Ну не влазишь же. Ну маленькая. Красавица. Моя кошечка. Вот для кого радость. Вот для кого радость. Ёлка, радость. Да, маленькая? Оп. Рикки-тикки-тави. Что, моя маленькая, праздник к нам приходит? Тебе нравится? Нравится праздник, игрушки, елочку наряжать, да? Какая-то суета. А, Алисенька? Готовимся. Готовимся к Новому году. Я тут мою с хлорочкой водичка бутылочки. Какая тут штука есть? Саня вон на разливе у нас на конвейере. Да, Санечек?
Что-то там насыпаешь. Декстрона называется? Хлорка. Хлорка. Вот такой процесс. 10 дней постояло пивко. Светленькое какое-то там какое. Кстати, как у тебя называют даже? Какие там же есть они всякие? Нижние. Это вверх. Лагерь. Лагерь нижнего называется. Нижнего выражения, по-моему, да? Да. Вот теперь его надо разлить по бутылочкам. Процесс пошел. Сколько ему еще месяц? С хмелем все стояло. Да? Все это. Месяц еще время? Горчинка. Да, месяц. Потом его дегустировать. С рыбочкой, да? Все домашненькое. Видите, какой темной всяк тут. Домашненькое. Это самый-то куплено. Концентрат домашний. Ну, пиво зато домашнее, с концентрата купленного, специального пивного. Нету канистры этой, да? Спустили в подвал. Вон у нас даже есть какие бутылочки с замочками. Ребятки, обалденный, наваристый холодец варим. Сейчас буду разливать. Лучок, перчик, морковка. Камера запотела. Вкуснятина, перчик, лучок, морковка. Три вида мяса всегда готовлю из трех. Свинина, говядина и курица. Косточки сахарные, собачка. Все, накормлю собачек на улице тут. Ноги, уши, вкуснятина. Буду разливать. Аромат на весь подъезд. Обалденно. Ну, как положено, по-украински. Ведро. Это просто большая кастрюля 25 литров, но там ведро. Ну, наистыся, так наистыся надо. А як вы думали? Всю родню накормите. И самим, чтоб хватило. Вот так, как як-то вот. Ну, все, пошла разливать. Вот так вот по полным ходам. Вот сейчас идет, скоро все случится.